Всем привет! Хочешь залить стол реку? Садись, я расскажу как. Первым делом собираем опалубку. Дно – это фанера. Укрываем полиэтиленом или проклеиваем скотчем. Слэбы фиксируем зажимами по углам. Торцы закрываем дощечками, полиэтилен, естественно, внутри. Прикручиваем очень плотно, чтобы смола никуда не убежала. Щели между слэбом и полиэтиленом закрываем силиконовым герметиком. Итак, самое интересное, замешиваем смолу. Обязательно обратите внимание, что смолу нужно использовать для объемных заливок, чтобы за один раз можно было заливать до 10 см. У меня это Epoxy Max, нереально крутая смола. Пигментируем ее. Посмотрите, какой офигенный цвет. Я специально не делала его укрывисто-плотным, чтобы фактура дерева прорисовывалась и он дышал. Итак, теперь грязная работа. Шлифуем, фрезеруем, полируем. И поверхность нашу ровную перекрываю специальным финишным покрытием от царапин и пожелтения. И вуаля!